Привет, друзья! С вами Фуёныч. Ну, такое у меня эхо. Эхо. Сам себе эхо сделал. Захотел эхо сделать. Сегодня у нас праздничный выпуск. Мы будем отмечать, можно сказать, день рождения канала. Поводом к этому стала как раз дата. Если вы помните, я рассказывал о том, что в 16 году, именно 31 июля, меня посетила мысль начать делать канал, но тогда я еще не знал, как это делать, но видео уже какое-то одно записал, и потом, по прошествии года, где-то только в 17 году, я уже начал загружать видео. Видео можете посмотреть, оно так в моем плейлисте называется, мое первое видео там с Крита, как раз с Макреала. Добрый вечер, Игорь. И вот сегодня я хотел вам запустить, показать заставку человека, который теперь называется «Однолицый» у меня. Ну вот почему-то он без звука прошел. Не знаю, было. Напишите в комментариях, был звук или нет, когда я его запустил. Что-то у меня тут с настройками не то было, наверное. Ну, суть в том, что за эти годы произошло много событий. И мы сегодня как раз поговорим и вспомним, что было с каналом, как он начинался, кто помогал каналу развития, кто участвовал в канале так или иначе, да, какая техника, как Фуёныч изменил канал в 2019 году. Так что, друзья, Рассоник приветствую. Вот как раз к нам присоединился один из участников, активных участников канала, Павел Март. Обязательно зайдите в его, кто пользуется фликером, и кто знает, что это такое, посмотрите его фликер, Павел Март. Ссылки есть. Ну, в принципе, в плейлисте можете найти мои видео, которые мы снимали с Павлом. И летняя пейзажная фотография, и зимняя пейзажная, и минимализм, и много-много чего интересного. Ну и плюс, недавно вы, кто смотрел мое видео, видели, что Павел предоставил для теста нового производителя профессиональных рюкзаков. Вот сегодня как раз с ним списывались, связывались, он рассказывал, какие впечатления первые. Ну, я свои впечатления записал, выпустил два ролика. Так что, кто интересуется необычными производителями из таких топовых производителей, да, ну, наверняка будет интересно, кто знаком с компанией F-Stop, кто знаком с компанией Shimoda. Я думаю, что компания, которую вот Павел Мартин подскажет, как называется, Summit Creative называется, действительно интересное изделие. Давайте же все-таки, я сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы. Кто не знает, кто такой Фуёныч, посмотрите плейлист. Я сейчас его там перетасовал, опустил как можно глубже эти шорцы, потому что шорцы меня почему-то давят все время вниз. Но в результате я их там в самый низ загнал. Убрать их полностью не получается каким-то образом. Хотя, по большому счету, это нужно было бы сделать давно. Ну, вкратце история такова, то есть 16-й год где-то начало, активно я начал заниматься каналом в 19-м году, и если вы следите за моим фликером, то наверняка знаете, что по фликеру можно, в принципе, посмотреть всю историю, так как я активно занимался изучением самого фликера в 17-м году, для того, чтобы понять алгоритмику. После этого, в принципе, и вторым толчком было создание канала как раз то, что в русскоязычном пространстве фликера не было информации, как это работает система, как продвигаться, вообще что дает и как вообще это работает. Мне до сих пор люди пишут, я не могу там зарегистрироваться, я не могу там еще что-то сделать, я не понимаю. Я за это время достаточно много, несколько десятков роликов записал по фликеру, делаю трансляции прямые и участвовал в различных конкурсах, показывал, что это дает. Ну и, собственно говоря, периодически эту тему поднимаю, поэтому если будут вопросы по фликеру, обращайтесь. Вы знаете, сегодня я буду праздновать с моим лимонадом, который вы знаете. Его, кстати, начали смотреть почему-то. Хотя мы вот сколько с Павлом ходили, я готовил, показывал что-то волшебную жижу, как это делать. Ее достаточно просто делать. Имбирный лимонад с лимоном. В жару хорошо, у нас сейчас было жарко, сейчас попрохладнее стало. Ну, зимой согревает наоборот. Так что вот,
Плана, на самом деле, на сегодняшнюю трансляцию как такового у меня нет. У меня есть какие-то наброски, есть какая-то информация, которую я хотел бы вам показать. И в первую очередь я хочу... так, где мой телефон-то? Да, я его забросил. О, уже куда-то дел. Ладно. Воспользуемся вторым дисплеем. Виктор мне прислал интересное изречение. Вы недавно видели, я записывал ролик про... Про что? Крайний ролик был как раз по интересному психологическому такому исследованию по поводу форумов, по поводу того, что сейчас в интернете происходит. Вот, кстати, Виктору спасибо, прислал интересное изречение. Кто смотрит мой канал с начала появления по тематике Фавион, вот интересная фраза была вот такая, я прочитал. «Великое достижение Фавиона». Антралога медицинская, он продемонстрировал, что дальтонизм гораздо более распространенное заболевание, чем считалось ранее. Вот такое интересное изучение. И также еще я бы хотел рассказать вам немножко про тот эксперимент, который я провел в течение месяца. У меня в общей сложности получилось порядка 45 роликов, которые я выпустил за месяц, включая трансляции и включая там несколько шортсов коротких. И этот эксперимент я начал для того, чтобы изучить более пристально мою аудиторию и вообще аудиторию YouTube и каналов, которые работают не только в тематике фотографии, но и в другой тематике. Мне это было очень интересно, я пошел на этот эксперимент сознательно, и если вы смотрели мои ролики, там интересные были такие эксперименты. На разные группы они рассчитаны, конечно, разных возрастов, разных систем восприятия. О, Ираклий сам потянулся. Многие лета, да. Один из моих преданных поклонников, подписчиков и комментаторов. Кстати, друзья, призываю вас для того, чтобы продвигать канал, если вам какая-то тематика интересна. На данный момент самое эффективное продвижение канала является комментарии и лайки. Ну, а для тех, кто желает больше что-то сделать, так же, как Павел Март, как другие участники, активные участники канала, которые встречались со мной, с которыми мы делали совместные ролики, ездили в Москву, когда Сергей, я думаю, что он тоже посмотрит, ему благодарность за предоставленное оборудование и всякие там интересные полезные вещи. Поэтому за это время существования канала, на самом деле, сотни людей, в прямом смысле сотни людей участвовали, помогали и так или иначе сделали каналу хорошо. Потому что всех людей, которые я встречал, отправляясь в путешествия, отправляясь на стрит-прогулки, специальные там такие туристические марш-броски, я бы сказал, по 500 километров, тоже там встречал интересных людей, которые так или иначе связаны и с фотографией, и с путешествием, с музыкой. Тематика, которую мы тоже обсуждали, поскольку вы знаете, что Фавионыч тоже занимается стерео-хай-фай системами. И музыкальная индустрия, индустрия звукозаписи, все остальное мне тоже близко. Так что, друзья, призываю вас, как говорят на многих, где лайки? Уже сидят 5 человек, лайков нет. Поставьте, напишите. Мы сегодня... Посмотрим, что вас интересует, какие вопросы вы зададите. Я могу показать, что я подготовил. Можем сейчас пролистнуть быстренько такую, вкратце я покажу вам историю канала. Такое быстрое развитие на примере цифр, да, чтобы вы понимали, что некоторые считают, о, я тут Канадену написал. Ну, вы знаете блогера, который занимается продвижением. Я говорю, что делать, если 5 лет канал не двигается? Он говорит, ну, значит, что-то не то, надо менять тематику полностью. Ну, я ее, в принципе, периодически менял. Но я ее не просто меняю, я ее расширяю. Стараюсь расширить. Давайте попробуем, я вам покажу. Сейчас, надеюсь, мой компьютер переключится. Не придется долго ждать. И я покажу вам, что было за вот эти последние, сколько, с 19 года активно я начал делать канал. Потому что видео было 17-м первое загружено в феврале месяце, потом такие периодически какие-то сбросы были там раз в 2 месяца, ну и потом уже активно, когда я, 18-й год я практически полностью занимался в основном это фликером, и в том числе и техникой,
изучали технику, изучал все остальное, для того, чтобы в 2019 году уже начать что-то делать. Ну, многие, кто, кстати, не создал еще канал, но думает о создании, да, вне зависимости от того, на YouTube, на Телеграме, там, на других площадках, или просто какие-то системы, которые он планирует, да, ну, чем раньше вы это сделаете, тем лучше, потому что просто говорить о том, что я не готов, мне надо то-то купить, мне надо все, это все ерунда, отговорки, бросайте сразу в омут, и все ошибки будут сразу видны, и вы будете вознаграждены тем, что вы не затягивали с этим делом. Ну, что там грузится? Вот у меня сегодня подзагружено почему-то. Ну, вкратце могу сказать так, что в 2019 году, вроде да, открылось сейчас. Сейчас я открою вам мой Flickr. У меня есть альбомчик тут, я тут накидал. Понятно, что не все, да. Ну вот, 2019 год, май месяц, у меня загружено было 100 видео. Вот такая вот мулечка от TubeBuddy пришла. 100 видео. Ну, на тот момент я еще не делал шорцы, то есть были только классические видео, не было ни трансляции, ничего, то есть я не делал. Я потом только узнал, что можно их делать, и до сих пор, кстати, мой ролик шорц о стримах, не имея 100 подписчиков, ну вот люди, не имея тысячи, имеется в виду, люди до сих пор его смотрят, и он продвигается, продвигается. Многие люди не знают, что можно делать трансляции. На самом деле их нужно делать. Теперь, что касается дальше. Ну вот, январь 2020 года. 150 роликов. Ну, вот я думаю, что увидите, да? Дальше это март месяц 7000. Это просмотры уже, да? В январе 6000. Ну, чтобы вы понимали, что это количество настолько мизерное, с учетом того, что можно сказать, что год уже прошел создание канала, да? Многие говорят, что ну вот можно сразу там взлететь за месяц. Не получается. И любой вам блогер скажет, что это невозможно сделать. Даже если какие-то выдающиеся способности, алгоритмика YouTube на сегодняшний день так сделана, что все равно полгода-год нужно очень много всего делать. Тем не менее, вот динамика моего канала, вот именно такова была. На тот момент он первое начальное название было «Листинговые фотографии», так же, как мой Flickr. А потом я переделал его в более такое удобоваримое русскоязычное «Фавионыч ТВ», от слова «Фавион». И как раз вот обложка сегодняшнего стрима и вот этот Фавионыч, это первая фотография Фавионыча, которую я делал как раз вот в тот день, когда мы вышли с ним и встретили уже, тут же в этот же день встретили одного из будущих участников канала, Вячеслава. С ним записывали тоже несколько роликов. Он, кстати, чернобылец. И вот здесь Фавионыч, он сегодня здесь сидит, а тогда он сидел около березы. Березы, кстати, сейчас этот парк весь переделали, берез этих уже нет, они срезали, поэтому вот найти то место, где сидел Фавионыч, уже не получится. Ну вот смотрите, 6, потом 7 тысяч в марте месяцев просмотров. Ну, для примера могу сказать, что сейчас канал может набрать 7 тысяч просмотров, может набрать за 2 недели, может за неделю набрать, то есть вот по-разному, может там за месяц. В зависимости от участия. И, конечно, я надеюсь на то, что геометрическая такая прогрессия продолжится, развитие канала. Дальше вот июнь 2021 года. А, с начала апреля, да? 400 загрузок, 450. И вот для примера еще одна цифра, да? Вот май 2019 года, 3500 всего просмотров. То есть это вот как раз на момент, когда было 100 загрузок. То есть, представляете, 100 роликов записано. Ну, понятно, что они криво записаны, может быть, что-то такое. Хотя многие смотрят из этих роликов, несколько роликов, они просматриваются постоянно. В том числе и по Фликеру, который я записывал, и школьник, и шкальник по Фавиону. Они как раз были сделаны в это время. 3500 и 100 всего просмотров. Ну, а дальше вот смотрите, что получается. 400. Дальше я уже не сохранял 400-500. Ну, вот 100 подписчиков, это ноябрь 2020 года, то есть практически в конце 2020 года только я смог набрать через 2 года 100 подписчиков. Через буквально 4-5 месяцев их количество увеличилось в полтора и стало 140. На самом деле вот граница такого развития канала, любого канала, вне зависимости от того, где вы находитесь,
Она есть такая. До 100 подписчиков это канал на Плинтусе, его с ним ничего практически не сделать. То есть вы можете все что угодно с ним делать, но если вы эту границу не пересечете, то алгоритмика не будет ориентироваться на рекомендованные ваших видео. Это по моему опыту, во всяком случае. Я думал, что у других, у кого-то получится то же самое, у людей, которых я встречал, в том числе и подписчиков, которые тоже вот меньше 100. После 100 начинается совершенно все по-другому. Дальше. Это 20-й год. 20-й год был насыщенный, интересный, много всяких событий произошло, много людей встретил, разные поездки. Ну вот 21-й год, уже видите, 25 тысяч просмотров. То есть и 19-й 3500, 20-й 6-7, то здесь уже умножается на 3. То есть прошел еще год, и уже в феврале 21-го года 25 тысяч. На сегодняшний момент, кстати, вот вчера пришла информация, что теперь YouTube не будет давать возможным скрывать подписчиков. Я делал этот эксперимент, у меня пару месяцев было закрыт количество подписчиков. Может быть, как-то я считал, что это поможет. На самом деле нет. Сейчас YouTube эту штуку убирает, и теперь все будут видеть, сколько подписчиков у канала. Ну, на самом деле это все легко делается через сервис, как он называется, Social Blade. Можно посмотреть подписчики, количество каналов и даже примерное зарабатывание денег любого блогера, который вы знаете или не знаете. Все можно посмотреть. Ну и дальше вот смотрите, 25 тысяч, это февраль. Да. Сейчас на данный момент, вот у меня буквально месяц назад было 70 тысяч просмотров. Буквально пару дней назад пришло 80 тысяч просмотров. Статистика такова. Ну и на сегодняшний момент, вот я надеюсь, что сегодня за трансляцию еще кто-нибудь прибавится к нам. Ну вот 338 человек. Все наши, все свои, как говорится. Понятно, что за время развития канала, как я делал эти обложки, как они выглядели. Некоторые вообще никак не выглядели, просто вот так вот. Да? Некоторые я пытался что-то делать, потом я пришел к какому-то уже более-менее стандарту. Потом этот стандарт весь поломался из-за того, что с России ушла компания Canva, которая предоставляла делать такие красивые, можно было делать надписи, шрифт я вроде нашел свой, который светящийся, но вот сейчас, к сожалению, приходится заново все это делать, искать какие-то другие способы, как это все реализовать. Ну, здесь у меня тут небольшая подборка есть, и, кстати, вот здесь тоже есть, вот видите, выпуски с Павлом зимой мы делали запуск, выпуск в шалаше музея Ленина в Сестроецке, минимализм. Вот про лимонад, кстати, тоже здесь есть. Игорь Быков написал, можете рассказать что-то о себе, что считаете важным, место рождения, образование, интересный жизненный опыт, чем деньги зарабатываете. С 17 года я официально не работаю, поэтому целиком себя посвятил возможности, может быть, выход в онлайн. Пока это так достаточно тяжело. Но, тем не менее, образование высшее у меня есть, лики закончен, киноинженеров. Есть военные специальности, три. Родился я в Белоруссии, всю жизнь жил в Ленинградской области и в Питере. То есть я не какой-то там просто человек без образования. Образование у меня есть. Я общаюсь с разными людьми и считаю, что человек в 21 веке может получить образование через интернет, во всяком случае, точно. Жизненный опыт – это, конечно, встреча с какими-то интересными людьми. Я их называю мастерами. Иногда бывает, что мастер за минуту общения тебе дает ответы на то, что ты в институте 6 лет пытался получить. Поэтому вот это я считаю важным. У меня, слава богу, такие знакомства и общения с этими людьми пересекались, были. Поэтому много чего. Кинотеатральные системы я делал много лет. Стереофонические системы, тонкая юстировка. Все, что касается интеграции зрителя, слушателя
в музыкальной системе, это мне знакомо, и, в принципе, диплом по этой тематике тоже был написан по системам подобия. Путешествие, конечно, да, жизнь это путешествие, но у меня это путешествие с камерой, с фотоаппаратом многие годы, и я почему и канал начал делать как раз по этой тематике, потому что посчитал, что несмотря на то, что этот вроде рынок достаточно узкий, если брать общемировое, то это где-то в 100 раз, по моим подсчетам, меньше, чем тот же американский, европейский рынок. Но, тем не менее, я все равно решил с этого начинать, потому что начинать чего-то нужно. Всегда. Так, давайте я переключусь сюда, пока он переключается. А стоило снять ролик о появлении Лох-Несс в Неве и сразу 100 тысяч просмотров. Ну, вы знаете, тут вообще никак не угадаешь, потому что я слежу за блогерами разными и могу сказать, что тут вообще никак не угадать. То есть кто-то снимает до сих пор без монтажа, без какого-либо вообще редактирования, снимает с таким полукорявым языком, с матом там и миллионы просмотров. А кто-то делает высококачественные ролики, как, например, вот Илья дал ссылку Курочкин на человека, который живет в Питере, профессионально монтирует на самом топовом уровне. То есть на уровне Маккинона, грубо говоря, американцы, если знаете, кто это такой, у которого линейка своя, рюкзаков, там, свои школы. То есть человек делает настолько классные ролики, но у него 99 подписчиков, понимаете, о чем речь? Поэтому профессионализм, он никак на Ютубе здесь не скажется на ваших результатах. Здесь слишком много факторов, которые очень сложно учесть. И что выстрелит, и на чем выстрелит, никто не знает абсолютно. Если бы был универсальный рецепт, который, конечно, продают в интернете, и огромное количество людей, они выползают постоянно в рекомендациях вот этих людей, которые рассказывают, что вот, если вы там, все очень просто, вы за месяц сделаете 1000 подписчиков, там 10 тысяч подписчиков. Вам нужно просто сделать значок, чтобы 50% было CTR, удержание там 50%, три ролика выпускается, и у вас 1000 подписчиков. Вот если вы мне приведете пример хоть одного человека, которому это удалось, я поверю. Но у меня, например, максимально, что я делал на значках, это было, ну, есть, были значки, конечно, 90%, но это периодичность буквально там несколько минут. А в основном это все равно там, ну, 5, 10, ну, 20% вы сделаете. Ну, 50, чтобы 3 с нуля, и чтобы 50% было удержание, при том, что ролики должны быть все равно, ну, не минута, да, а несколько минут хотя бы, да. Поэтому 5 минут, 2,5 минут, чтобы тебя посмотрели. Поэтому сложно сказать, что. Тем не менее, есть удачные блогеры, которые много лет держатся на плаву, существуют и зарабатывают только этим, да, и приятно, конечно, наблюдать за их ростом и за тем, что люди не бросают это дело, занимаются постоянно. Ну, честно говоря, это здорово. В этом смысл YouTube, что это сообщество в первую очередь, поскольку на каком-то уровне ты уже начинаешь общаться, если вы живете в этой тематике, пересекаетесь с блогерами там и в офлайне, или в онлайне. Ну, как-то вот поддержка среди блогеров, конечно, существует. Но есть, конечно, такие особенные блогеры, которые не подпускают, которые считают, что выше их достоинства, что все остальные дураки. Ну, можно сказать. У всех же разный подход. У меня такой подход. То же самое по поводу комментариев. Мне иногда пишут люди там какие-то доказательства приводить, какие-то аргументы. Ну, с одной стороны, я же не в том возрасте, чтобы кому-то что-то доказывать. Я могу что-то показать, какие-то направления интересные. И мне было бы интересно всегда, конечно, помочь людям как-то самому открыть все это. Темновато что-то стало у нас, да? Совсем. Ну, кстати, камера это нормально. Мне понравилось то, что она даже в темноте, сейчас практически света уже нет, но у нее чувствительность хорошая. То есть так. Тоже, кстати, смотрел, вот я всю жизнь интересуюсь техникой, и вот удивительно, что, например, P5 Poly, да, в России, ну вот профессиональные компании, которые инсталляциями занимаются какими-то
с такими компактными камерами. Вот она единственная контора, я видел. А так вообще ни обзоров, ничего нет. То есть я ее случайно нашел через интернет. Даже у блогеров ни у кого не видел. Но потом мне так понравилось, я решил ее привезти, вот потестить. Необычная камера. Интересная. Компактная, легкая. Микрофон, конечно, у него так себе. Кстати, сейчас заодно проверим, что у меня тут со звуком. Напишите, как звук, потому что звук очень, ну, влияет на каналы. И вот на примере, например, вот здесь. Вот у меня сейчас внешний микрофон стоит, да, ну вот я сейчас могу переключиться на встроенный. Вот это встроенный микрофон MacBook, да? Понятно, что там, наверное, скорее всего, напишите в комментариях, как это все играет. Ну, слушать, конечно, можно. Слушать можно, но нужно понимать, что диаметр диффузора там самого микрофона там несколько миллиметров, там 2, 3, не знаю, 4, может, там даже 4, наверное, скорее всего, нет. То есть, когда переходите уже на микрофон, например, вот в этой же камере, да, такой звук, вот такой, да. Хотя блогеры пишут, что звук отличный, замечательный, все, но он какой-то скрипучий, все равно там датчик маленький очень. Но все-таки, когда уже отдельный микрофон, даже без внешней видеокарты подключаете, все намного интереснее становится. Даже USB микрофоны, которые, диаметр все равно другой, поэтому у меня даже отсюда слышно, как бубнит, все печально. Знаешь, что вот. Много информации сейчас приходит по камерам, и из-за того, что произошло с изменением фоторынка в этом году, в 22-м, и я думаю, что к осени еще произойдет. С одной стороны, рынок делится, крупные компании, которые хотят выжить, они объединяются, и вот Elo Alliance, о котором я рассказывал, в который входит и Sigma, и Panasonic, и Leica. Вот, кстати, одна из сильных сторон. И если смотрели мой ролик про интервью последнего президента компании Sigma, как раз он рассказывал в интервью американскому подразделению Sigma, рассказывал о своих планах. И там, конечно, про Фиона рассказал, я там написал все это. Но было еще несколько вопросов по личной тематике, поскольку он сам фотограф, увлекающийся, да. И еще 3 года назад говорил о том, что он интересуется старинной оптикой, он интересуется также оптикой без просветления. И на тот момент он говорил, что мы планируем даже сделать кинотеатральную серию линз без просветления. Ну и сейчас линейка вот этих металлических DGDN, так называемой I-серии, я считаю, что это очень интересные линзы. И вот на протяжении многих месяцев я изучаю то, что выпускает компания Leica, то, что выпускает Zeiss, то, что выпускает Sigma, ну и прочее, и прочее. И во Flickr есть реальный инструмент, который вам позволит увидеть то, что люди снимают камерами, линзами, и вы без лишних каких-то углубленных поисков в интернете можете реально увидеть фотографии живые тех людей, которые пользуются этой техникой. Поэтому, когда меня спрашивают, ну вот, как бы сравните, ну, можно, я об этом уже записывал ролики, но какие-то прямые сравнения делать на самом деле вы сами можете, потому что открываете, вбиваете в поиске тот объектив, который вам надо, и смотрите сразу готовые фотографии. Если же вас интересует технический разбор по типу сравнений характеристик, МТФ и прочих параметров, да, которые являются чисто техническими инструментальными сравнениями, как сравнить контраст, так называемый, который сравнивает деградацию МТФ, как сравнить такое обширное абстрактное понятие, как разрешение. Это все можно сделать на мирах. Кто-то делает на мирах, кто-то с помощью приборов делает. Способов измерения очень много. Но это все не говорит о том, что если вы сравните просто отдельную оптику без конкретной камеры, это то же самое, что сравнивать звучание систем, если вы просто будете абстрактно сравнивать акустику. Без источников, без коммутации,
без усилителей и без всего остального, без помещения в том числе. Поэтому это получится, ну, не тест, а обзор, сравнение, а это будет абсолютно необъективное сравнение неизвестно с чего, потому что каждый инструмент имеет свое назначение. И, соответственно, все остальные инструменты, которые используются в этой системе, должны как минимум ему соответствовать. И, как я уже повторял много раз, система работает всегда по слабому звену. Поэтому замечательная, отличная матрица высокого разрешения, которую Sony планирует. Вот кто смотрел мой ролик, я говорил о планах Sony. Вы можете в открытом доступе посмотреть эту информацию. До 2025 года вся эта стратегия расписана о том, что практически все уйдет в чипы вот этих больших разрешений. 200 мегапикселей и больше, там все это указано. Новые технологии матриц, соответственно, они планируют, что они выбьют из категории множество производителей фототехники. И сами производители фототехники тоже в этом направлении двигаются. Но я уже не раз говорил по поводу оптики, что матрицы-то уже имеют очень высокое разрешение, а вот с оптикой все гораздо сложнее. Если раньше было наоборот, оптика была настолько высокого уровня, пленку не могли сделать с таким зерном, чтобы помещалось, да. И до сих пор люди, кто снимают ретро-объективами, знают об этом, что даже на старых объективах, те же самые F92, которыми там ящик целый лежал, киношники покупали, потому что там по центру больше 100 линий. Объективом, которого там 30, 40, 50 лет, по центру могли давать больше 100 линий на миллиметр, причем это такие объективы массового производства. Сейчас ситуация такова, что с одной стороны технологические станки и производство, и полировка самих линз, и просветление, все остальное, оно вроде двигается, но сама система оптическая, она усложняется. Она очень сильно усложняется, поэтому это все приводит к тому, что мы получаем множество прохождений, трансформаций самого света через множество сред, и в результате получаем то, что получаем, как говорится. Давайте от фотографии уйдем сегодня куда-нибудь в другое место. Туристический влог, да. В этом году, кстати, вот сейчас выглянул, посмотрел, опять небо все разными цветами. Бирюзовый, фиолетовый, розовый, то есть, ну, все цвета радуги. Какие закаты сейчас у нас. Паразитный шум от чего-либо — это тайна. Да, я еще указывал, говорил, что у меня срок на Explore будет завтра. Завтра мне нужно будет сделать фотографию, чтобы к среде уже это было уже подготовлено. И поэтому напишите в комментариях, какие жанры фотографий вам более интересны. Можно, в принципе, провести эксперимент живой, опять очередной. Как попробовать зайти в высокий уровень Explore во Flickr? Кто не знает, что Explore, посмотрите, что такое Flickr. И, в принципе, можно еще провести еще один эксперимент. Предыдущий Explore я проводил эксперимент, и работа, которую я показывал вам с балконом, да, она у меня там, по-моему, я не помню какое, на 30-е какое-то место или 20-е, 20-ку я зашел, не помню. Попробуем, сделаем что-нибудь. Так, что-то у меня не переключается сегодня. Все затормаживается. Вот, кстати, камера, которая с самого начала практически 2019 года я использовал для записи в разных местах. У меня тут митим, модификация от ветра защиты.
Как оказалось, интересная вот конструкция, тонкий поролон, очень мягкий поролон, такой он использовался где-то в 70-х-80-х. У меня был лист такого поролона, я его наклеил на двухстороннюю. И в отличие вот этих тряпочных, которые заслоняют и на ветру попадают в кадр, здесь угол большой, он вообще не мешает и, как оказалось, весьма эффективный. Понятно, что как акустик по образованию я мог бы сделать что-то более серьезное, но у Sony, к сожалению, масса ограничений в этой камере, о которой я рассказывал. Кстати, смотрят этот ролик тоже. Ну, тоже с точки зрения конструктора, да, с точки зрения инженера. Обратите внимание. Давайте я все-таки верхний свет включу. Если не будет специального света, у меня будет все такое экспро. Ух ты. Ух ты, как я убежал. Смотрите, вот вроде камера, да, ставишь ее на штатив или ставишь на специальную вот такую присоску, которую я крепил к голове, там, или на куст можно закрепить. О, Сергей появился, Сергей с юбилеем. Спасибо, Сергей, кстати, активный участник, и Сергей сейчас погрузился в пленочную фотографию. Расскажи хоть, Сергей, какие успехи. Вот, смотрите, разъем для микрофона. Вот ее ставишь сюда, на вот этот крепеж, да, и все. И уже микрофон сюда не подключить. Там HDMI сюда не подключить. Сам разъем вот этот, который здесь, он нестандартный. То есть это нестандартная резьба, там 3/4 или там 1/4, да. То есть для того, чтобы, даже если вы купите переходник, вы не сможете пользоваться внешним микрофоном. То есть вот и камера, это же не первая Sony, да, это уже там 3-4 поколение, которое они выпустили. У них были первые совсем такие корявые. О. Илья, ты открыл сезон, Илья, спасибо. Ты открыл сезон донатов. Первый человек. У меня тут старая надпись идет. Спасибо, Илья, за поддержку. Спасибо, Илья. У Ильи, кстати, очень хороший канал по техническим данным камер. Он приглашает экспертов разных компаний, разбирает ролики разных блогеров по фототеме, да, то есть там, они проходят почти каждый день, можно так сказать, поэтому кому интересны точные технические данные и вообще новости по фотографии, Илья Курочкин ведет такой канал. Так что, Илья, спасибо. Так вот, возвращаясь к камерам, да, то есть существует такое мнение, что для того, чтобы быть блогером, нужно снимать там... Помните мой ролик? Они думают, это фотоаппарат, да? Это вот 600-я Минольта Коника. Стрит-камера, которую вот я людям рекомендую. Хотя в то время, когда она выпускалась, это 2004-2003 год. Моя первая, кстати, цифровая камера была 2003 года. Это KZ-310, у моего друга до сих пор. Спасибо тебе за нестандартное вещание. Ну, учусь у мастеров, все осваиваю постепенно. Спасибо, Илья. Так вот, эти камеры, был и Canon в это время, ну, когда 600, уже Canon появился, Ixus. Но когда был первый мой KZ-310, были только Sony, очень дорогие, был абсолютно корявый Canon ужасающего качества. Pentax еще ничего не делал, Samsung тоже еще ничего не начал. Ну и в результате работали только Kodak, Minolta, ну и Sony бились. В результате Kodak сразу нагнули, практически он ушел с рынка. Хотя, кто знает, что Kodak первый сделал камеру цифровую. И, собственно говоря, вот эта огромная приставка к Nikon и к Canon, это сделано компанией Kodak. Она до сих пор продается, ее можно там на винтаже купить. Самое интересное, что и трехматочные эксперименты тоже Kodak делал, но все это потом пошло, Sony забрала весь рынок, поэтому сейчас наблюдается обратный процесс и появляется много таких компаний, которые пытаются зайти опять в этот рынок новый, но это происходит со стороны уже компьютерных технологий и прочего, поэтому, как помните, iPhone взорвал весь рынок, да, то есть когда приходит сторонняя технология, и получается, что рывок идет не с той стороны, с которой ждут, а совершенно с других мест. Как это произошло с iPhone, который полностью изменил рынок портативного аудио, полностью изменил рынок портативной продажи носителей аудио. Это диски, это мини-диски, это все это превратилось в пух, по большому счету, с появлением, я имею в виду массовую культуру.
То же самое произошло вот на рубеже нулевых, когда у меня есть еще до сих пор пленочные камеры, которые, насколько я помню, больше $1000 стоил Canon 20 с фокусировкой по глазу, то есть сложнейшие системы механические. Но они стояли намертво, никто их не покупал, потому что покупали за 300-500 тысяч долларов компактные фотокамеры цифровые. И там и Toshiba делала, и Sony, и Canon включился в эту борьбу, которые ужасающую картинку давали, там 3 мегапикселя, 2 мегапикселя, но при этом их покупали, потому что нажал кнопку, ничего печатать не нужно, сразу получил. Вот и все. Из-за этого люди их покупали. Сейчас мы наблюдаем тот процесс, что технология, конечно, совершенствуется. Фотокамеры пишут видео, все уже снимают на iPhone. И вот Илья тоже подтвердит. Последние iPhone, конечно, качество видео, оно превосходит камеры, которые обычные, зеркальные, которые снимали 3-4 года назад. Это, конечно, удивительно. То же самое с дронами, да, кто сталкивался с компанией DJI, кто видел мои ролики, смотрел, с DJI R2S я снимал, ну, про новый третий сейчас, совершенно невероятное качество видео, несмотря на то, что оптика не такого размера, как в классических камерах, но при этом инженеры компании DJI, которая, кстати, вошла теперь в группу El Alliance, если вы не слышали, я об этом говорил. И в связи с этим я уповаю на то, что El Alliance еще больше разовьется, потому что, ну, DJI — это самый крупный в мире производитель видеокамер. Многие считают, что это Canon, Sony, там нет, DJI номер один. По количеству камер номер один. Так что вот такой процесс ждет. Я надеюсь, что все-таки в 2022 году мы увидим еще новые продукты, несомненно, да. Но продукты — это продуктами, а результаты, да, что с помощью этих продуктов делается, это уже другой вопрос. И если вы интересуетесь фотографией, конечно, вы знаете, что фотограф может зарабатывать деньги с помощью продажи своих принтов, с продажи на фотостоках, может погрузиться в NFT, может делать выставки в метаверсе. Уже есть несколько больших площадок, где можно размещаться. Пока это все в таком начальном состоянии, туда заходят многие люди, кто-то успешно, кто-то нет, кто-то уже зарабатывает тысячи долларов, да, с фотографией, кому-то это и не снилось, как говорится. Поэтому направлений очень много, также есть еще какие-то направления, которые, я думаю, что сейчас начнутся, но пока находится в таком полусонном состоянии. Это в связи с тем, что на гранях вот этих разных направлений, не только фотографий, но и других смежных, образуются такие отростки, которые могут прорасти через какое-то время. И меня спрашивали по поводу, вот тоже были споры на разных площадках, не только на российских, на зарубежных тоже идут споры по поводу размера матриц. Там еще 20 лет назад я говорил о ключевом элементе в цифровой фотографии. Это, конечно, размер светоприемника, да, то, что называлось ПЗС, самой пиксель, как называют его, да. Ну, хотя понятие пикселя тоже изменилось. Так вот, опять заговорили о том, что мы уже приблизились к границе дифракции с ограниченным размером самого элемента. Ну, знаете, это 9 микрон. Поэтому дальше нужно изменять принципиальные технологии. Технология это уже есть, она отработана еще больше 10 лет назад. За нее получили Нобелевку, я уже повторял это 100 раз. Sony, я думаю, что эту технологию будет использовать в новых своих смартфонах. И я уверен, что мы через некоторое время увидим смартфоны, которые имеют там уже не мегапиксели, а уже гигапиксели. Поэтому, ну, с одной стороны, техническая сторона вопроса, она важна при выборе техники, но мой канал посвящен, конечно, не, в первую очередь, не техническим вопросам, а вопросам, которые интересуют человека, который взял камеру и пошел куда-то что-то снимать. Студийная съемка меня менее всего интересует, хотя я знаком со студийной съемкой, заочно, можно сказать. Что-то даже я сам пытался снимать. Но меня это никогда не прельщало, хотя я не скажу, что в студии как бы нельзя сделать хорошо. Общался с людьми, которые добиваются больших успехов в студии, в том числе и съемки портретов. Там праздник у нас прямо во дворе хлопают. Да.
Ну, мне все-таки интересно путешествие такое спонтанное. И кто смотрит мои ролики, знает, что и стрит-фотография, которая... Многие, кстати, фотографы, тот же Савельев, он вообще не воспринимает стрит-фотографию, считает, что это шарлатанство. Вся эта тематика с Cartier-Bresson. Я так не считаю. И несмотря на то, что я небольшой любитель специалистов и там вот этих всевозможных магнумов, но стрит-фотография занимает отдельную отрасль, это абсолютно точно. И я в пример привожу тех людей, которые есть во Фликере, тот же самый Якоб Коэн, многих других. Можем, кстати, если интересно, можем сейчас открыть, посмотреть что-то из этих работ. Ну, я их упоминал и в трансляциях, и видео записывал. По пейзажным фотографиям тоже у меня есть ролик, можете посмотреть. Пейзажные фотографы, ну, как бы вот современности. У меня там разобран, там я показывал ссылки на тех людей, на которых я ориентируюсь, те, которые современно снимают. И, конечно, в эпоху Ютуба найти вашему близкому по стилю вашего фотографа достаточно легко. Это можно сделать не только во Фликере, это можно на других площадках. Но Ютуб дает самую большую картину, потому что того же самого Томаса Хитона, Адама Гибса, кому что нравится, Маккинона, то есть их множество людей, они есть и во Фликере, кто-то ушел из Фликера, но все равно там следы остались. Там Рубен Ву, да, то есть человек, который открыл практически новый жанр, да, это студийная пейзажная съемка, то есть он с помощью дрона делает подсветку пейзажей крупного масштаба и снимает это все на Phase One. Сейчас, на данный момент. До этого он снимал разными камерами. Поэтому есть много интересных жанров, которые вот прорастают, становятся новыми. Я уверен, что мы станем свидетелями еще каких-то новых жанров на стыке. Ну вот Джакоб Коэн сейчас экспериментирует с пикториализмом с помощью айфона. Весьма удачно, и если интересно, давайте посмотрим, что мы там. На меня только смотреть. Сейчас перезагрузится. Откроем, посмотрим. Большое разрешение, Игорь Быков пишет. Большое разрешение – это большие файлы, больше процессорной мощности, энергозатраты и так далее, тому подобное. Мне кажется, захватить рынок высокомегапиксельная матрица – ошибочная стратегия, чемодан без ручки. Отчасти соглашусь. Почему? Потому что если смотреть это с точки зрения времени, да, то есть вот взять, например, ну, 2003-2004 год. Средняя камера 5 миллионов пикселей. То есть выходила, когда 5-мегапиксельная, там всех компаний, это был фурор, это был вообще прорыв. Почему? Потому что с 5 мегапикселей можно уже что-то печатать близкое по качеству на 13 на 18 сантиметров, близкое по качеству к пленке. Понятно, что пленка будет лучше, если особенно вы с форматной пленки или контактом напечатаете 6 на 7. То есть понятно, что будет лучше. Но на тот момент уже близко было, потому что та помойка, которая была там в начале нулевых, это невозможно было смотреть. Дальше проходит еще какое-то время. 10 мегапикселей, потом 20 мегапикселей. При этом размеры самих матриц, ну вы помните, треть дюймовки, четверть дюймов. Вот эта камера, которая у меня в руке, здесь четвердюймовая матрица. То есть фокусное расстояние 8 миллиметров. Чтобы вы понимали. Но фотографии вы видели с нее, они в Explore попадали с нее. Так что это не значит, что к этой камере нельзя сделать фотографию. Вопрос в другом. Для каких целей нужна камера? Если вы хотите распечатать большую панораму, то для этого нужен большой изначально негатив. Или камера с большим разрешением. Хитон, кстати, снимает 6 на 17. Есть камера замечательная. Очень известная. Компания Fuji. Такие камеры в Японии делали несколько компаний. Да? Ну, давайте я по Explore обещал. И обещал вам показать работы кого-то. Сегодня, кстати, по-моему, или вчера, по-моему, попал как раз Джаб Коин. Я хотел показать вам, что он делает с айфоном. Хотя многие, наверное, будут кидать камни, что типа айфоном нельзя снимать. Айфоном снимать можно еще как. И есть специальные программы для съемки, есть очень сложная система обработки, есть фильтры, о которых я записывал ролик, которые, ну, по моему мнению, они ничем не уступают фильтрам, которые в компании Fuji в камерах встроены. В некоторых случаях даже превосходят. Потому что это компания, которая занимается пленкой, они сделали такую программу, софт. Так, давайте я так забью.
отвлечемся немножко в сторону. По-моему, я правильно заметил. Ух. Так. Можно еще вот так зайти и поставить фреймы. Это то, что мне понравилось. Ну вот. Илья, мы не заточены на фотопроекты и печать фотопроектов, поэтому на МБК качеры просто для радости, чем для пользы. Ну, согласен полностью. Просто понимаете, в чем дело? Когда проходит уже такой длительный срок, когда вы видите, что процесс мегапикселей, он, ну, скажем так, уже 5 лет назад были гигапиксельные фотографии, кто не в курсе. То есть до сих пор проекты гигапиксельные фотографии, которые собираются там из 100 фотографий, да, стыкуются. Уже сколько там, в 2009 году был Синар, которого разрешение там можно было делать 100 мегапикселей фотографию. Стыковать в режиме микролифта. Это стандартный аксессуар, который, ну, как бы отдельно приобретаемый, который делал там из 20-миллионной матрицы, можно было сделать там несколько, собирать и получать 100 мегапиксельные фотографии. Они до сих пор востребованы, до сих пор высокого качества. При том, что матрица CCD, прибор зарядовой связи, это NICMOS. То есть матрица более чистая по цвету, ну и более живая. Если сейчас посмотреть тот же самый Phase One, насколько я знаю, они тоже CCD используют матрицы. Поэтому сам количество мегапикселей ни о чем абсолютно не говорит. Я упоминал человека и давал ссылку в предыдущем ролике на человека, который в Штатах делает на базе вот этих площадок эпсоновских профессиональных сканеров. Он сделал камеру на швейцарских там этих железок, которые сканируют. Получается средний формат. Но это не средний формат 40 на 30 миллиметров. Это средний формат, который измеряется в сантиметрах. То есть это, ну, полноценная, грубо говоря, камера там 6 на 7 дюймов цифровая, на которой можно повесить роденшток, там, который кроет 13 на 18, да, и снимать на ней. То есть понятно, какое качество полутонов эта камера дает. Несмотря на то, что общее разрешение этой камеры, там, насколько я помню, или 5, или 8 мегапикселей, тогда это, когда он начинал делать, сейчас повыше. Но сама картинка этой камеры, видно, что это совершенно заоблачное качество по сравнению даже вот с современными, где 100 мегапикселей. То есть проблема как раз в том, что физический размер элемента, он имеет принципиально важное значение. Но размеры тоже имеют значение, да. Тем не менее, вы знаете, что я показывал, кто меня спрашивал, там какие-то доказательства. Посмотрите мой альбом, где я снимал форматными камерами там 6 на 12... 6 на 6, 6 на 9 цейсовскими камерами без просветления или с просветлением, с айсайком. Там великолепные кадры, которые я сканировал даже на айфоне, когда их сканируешь, то есть видно, что это снято средним форматом. То есть никакой обычной 35-миллиметровой камеры так не снять, потому что там другая картинка, совершенно другой контраст, совершенно другая текстура, все остальное, даже при наличии там какого-то простейшего сканера. Ну, давайте Jacobi Coin посмотрим. Вот, видите, последние его работы, которые он делает. Все на iPhone сделано. Причем одна из моих любимых выдержек, когда я снимал на дальномерной камере в 80-х годах, это 1/8 секунды. Я эту выдержку знаю, и многие понимают, почему, да, она так или иначе связана с вот этой частотой Шумана 8 Гц. Ну, дает она совершенно какое-то другое пространство. Здесь же он экспериментирует с секундными выдержками. То есть это секундные выдержки. Ну, можете посмотреть спецификацию, чем хорош фликер. Нормальные авторы, они всегда тифы, эксифы показывают. Вот одна секунда, видите, вот. Даже iPhone 12 Pro, не 13. Это касательно именно вот инструмента в руках. То есть я никогда не ограничивал себя в инструментах, всегда говорю, что в рюкзаке лучше иметь несколько разных камер, несколько разных инструментов, чем ограничиться только одним инструментом, который внезапно может отказать
Или внезапно у вас не хватит каких-то возможностей, или вас просто не пустят туда. Там, в каких-то музеях, где удавалось мне снимать, и айпадом я приносил, и айфоном, да. Там все, кто приходили с зеркалками, они все сразу были отобраны и убраны в эти, как они называются, куда сдают всю технику. В результате никаких снимков с этих музеев нет. У меня есть снимки с музеев Матикана в других местах, поэтому я считаю, что преимущество компактных размеров как раз в том, что вы можете что-то сделать. Даже айфоном. Несомненно, конечно, если вы интересуетесь и вам нравится сидеть в конвертерах RAW, нравится пользоваться там другими программами, вот, например, от Face One, да, Capture One, или в Photoshop, в Lightroom. Я тоже периодически этим занимался, сейчас все меньше и меньше, хотя вот иногда хочется подвигать ручками, повертеть в Lightroom и потом сделать что-то, сохранить в TIFF. И один вариант распечатать, второй вариант отправить во Flickr в том же самом TIFF, да, где люди там, кто просто готов посмотреть, там, да, там сколько там, секунда-две задержать внимание, это одно, а кто готов несколько минут подождать, когда этот TIFF загрузится на экран, да, поскольку сервера все-таки имеют ограничения, и 100-мегапиксельный TIFF, например, да, 100-мегабитный, 100-мегабайтный тип, он будет грузиться все равно какое-то время. Но зато вы потом увидите что-то, что вах, как говорится. В этом плане, конечно, возможности современных вот этих многомегапиксельных камер. Но сейчас видео захватило, и меня оно тоже. Хотя я, когда учился в институте, я видео не то, что я не любил, но я относился к нему так второстепенно. Я начинал видеосъемки, если кто смотрел мой ролик, первое мое видео, уже конкретные такие записи были в 95-м году, когда мне подарили камеру. И у меня есть вот влог на 96-м году был записан, 96-й, 98-й год. Я записывал с рук вот этими VHS компакт-камерами. На VHS и на большом я как бы ну, не работал, но это большие камеры, Panasonic в основном, Hitachi. А когда появился VHS компакт, все это уже как бы стало понятно, что теперь можно видео снимать простому человеку, держать камеру весом там. Она, правда, легкая, не очень стабильно держась. Потом уже был опыт съемки XM, Canon, то есть Panasonic трехматочные, Sony. Мне всегда очень нравились Panasonic. Хотя вот до сих пор у меня валяется пистолетная камера Sony, так называемая. Ну, мы их называли американки. Это вертикальная камера PC-100. Это одни из лучших камер. Такого пистолетного типа, они снимали и фото, и видео. Я ее утопил, у меня бокс для нее был. Ну вот в один из годов при съемке под водой я все-таки утопил, и до сих пор она там лежит неразобранная. Поэтому сейчас, конечно, видеокамеры и на любой вкус. И маленькие, и большие. Поэтому, когда есть возможность вот такую малипутчу взять, показать, да, что эта штука может снимать еще нормальное видео. У меня сейчас там этот кодек включен, я там поставил эту карточку. И сколько последние года полтора я снимаю там на 50 мегабит в секунду. Ну, при монтаже понятно, что это не особо ничего не видно. Но первые ролики, когда я делал, ну, когда обрабатываешь, смотришь, в принципе, видно, что поток другой. Но все ограничение оптики, конечно, понятно. Да и камере уже сколько лет там уже. Сколько AS200 назад выходило. Я уже даже не помню. Ну, точно больше 6 лет. Тем не менее, до сих пор работает. Понятно, что если бы сейчас была бы FP, Sigma или FPL, да, то совершенно другой инструмент, особенно при съемках в низкой освещенности, потому что недавно смотрел тоже прямые тесты с Blackmagic, последние, я имею в виду, не то, что год назад было, а вот только что недавно выложил профессионала. И еще меня потряс тест, был, потом, если будет интересно, кому найду, это разбирал человек разницу между FP и FPL при съемке при ярком освещении, при низкой освещенности. И вот, к сожалению, как мы и думали с Виктором, в принципе, когда получили только первое изображение во Flickr с FPL, я сразу сказал, что там явно будет проблема с шумами. И так и оказалось, в принципе. Конечно, шумов там какое-то дикое количество. Если света не хватает, FP-шка выигрывает. Ну, тут невооруженным глазом, в принципе, все видно было.
у человека там больше 100 тысяч подписчиков, англичанин, по-моему, там разобрал по полочкам все с одинаковыми экспозициями, с замерами точными. Ну, вот как раз размеры матрицы остались те же самые, но одно дело у тебя там 20 миллионов, другое дело 60. Совсем другое. Поэтому, ну а что же говорить про Фавион? Фавионычу, да? Фавион ждем, появится он или нет. Президент работает, обещает, что будет прототип в этом году явлен. А если будет явлен прототип, то, скорее всего, будет презентация прототипа. Кто смотрел, вы помните, как происходила ситуация с FP-шкой. Я записывал уроки, можете откатиться там на 3 года назад, посмотреть. То есть разобрали, я понял, что это, ну, кастомная камера, которая изменит весь рынок, я об этом говорил, видеокамер, в том числе полупрофессиональных. Так, в принципе, и произошло. Но ценник был не объявлен. И на момент, когда камеры еще не было, можно было зайти на eBay, можно было зайти на многие даже известные блогеры, они показывали ценник от 6,5 до 8,5 тысяч долларов или евро. И в момент, когда уже камера была в продаже, когда ее представили и сказали, что она будет стоить 1500, у всех челюсть отвалилась, потому что многие уже предзаказали за эти деньги. И, ну, ничего необычного в этом нет. Я думаю, что то же самое будет, когда будут явлены именно новые технологии вот этих смартфонов. Сколько будут эти смартфоны стоить? Я думаю, что первые наверняка так же, как и Лейка смартфон. Ну, а потом все это изменится и станет более доступным. Но мы сегодня, видите, вроде как должны отмечать, но мы отмечаем, мы рассказываем. Давайте я вам какие-нибудь альбомчики старые покажу. А то скажете, что ничего нет. Покажу вам какие-нибудь старые фотографии. Вот, кстати. Фотография сделана мною на Киев. Ну, здесь я. Узнали? А, обманул. Это у меня «Зенит» был тогда. «Зенит» буквально полгода у меня был. В 85-м году, в августе. С «Гелиосом 44». Потом этот «Зенит», «Хелиос» поплыл, масло, и мне пришлось его сдать. Проявлял я сам, D76 сам разводил. Ну и дальше вот недавно я сканировал эту пленочку в таком в среднем качестве. Гелиусы. Хотя любимая камера потом Киев была, потому что, ну, дальномерники мне всегда были ближе. И до сих пор я считаю, что лучшие пленочные камеры это дальномерные. Мамия семерка второго поколения. Хассельблада несколько моделей. Ну и там кое-что из Цейса. Но что? Ну, кто смотрит канал, в принципе, я думаю, что вот эту камеру, наверное, в эту фотографию знаете историю. Я про нее рассказывал. В принципе, она такая явилась одной из ключевых в развитии моего фликера. И не только. И Фейсбуком, когда я пользовался еще. Эта камера снята примерно на 100 км в час. Снята Кониками Минольта G500, 5-мегапиксельной камерой, которую я вам только что показывал. Это 600-я, недавно ее получил, и 500-я. CCD-камера с разрешением 5 мегапикселей. Снята на самой высокой точке нашего ЗСД по направлению вот к Приморскому району со стороны обводного. И вот был дождь, ливень, такое все мокрое, скользкое, серое, и внизу вот этот залив, который, ну, видите, здесь не видно. Я ничего не размазывал специально. Все размазалось на лобовом стекле. Вот такая фотография. Стайнарт. Я, кстати, снимал на этом мосту с машины и на Цейс. У меня есть фотографии с пленки. И Фавионом снимал тоже. Так. Что это у меня тут? А, ну вот эта фотография, кстати, тоже интересная такая. Я сам не ожидал. Это разгар ковида. 18 декабря 2020 года. Гостиный двор.
Ну, это место, на самом деле, оно снималось и 70-е, и 60-е, и кем только из известных не снималось. Но я как-то стараюсь меньше читать, чтобы не делать копии, я стараюсь что-то найти. Я зашел, тоже дождь был сильный, я зашел сюда, и вот никого нет, пустой город, одна женщина шла, я в одну сторону снял, в другую сторону, и вот эти вот 12 шаров, есть такой контрастный вроде свет, но на самом деле там все в дожде. Снимал Сигму, и вот как раз люди, которые писали, что вот рабочая ИЗО у Сигма Фавион 800 там или 400. Вот посмотрите ИЗО. Вот выдержка снята с рук 1/40. Я не могу сказать, что там супер резкая фотография. И здесь нету шумов. Они тут есть. Но для тех, кто хочет искать шумы, он всегда их найдет, я вас уверяю. Вы их найдете там, где их даже нет. Вы их все равно там найдете. Ну или вот это, например. Это недавно вы смотрели мои выпуски. Как раз я записывал ролики на Ваське в жару. Мне написали в комментариях, что сумасшедший пошел в такую жару. Это снято на АС-200. Понимаете, да? Это вот на это снято. Вот. У меня был поход, где я снимал на Фавион, снимал на Конику и снимал в том числе вот на эту штуку. Она в Эксплоре. 3 июля. 17 тысяч человек ее посмотрели. 500 отметили, и кто-то даже что-то написал. Этот траволатор единственный в городе большой. Траволатор длиной 300 метров, по-моему, да, насколько я помню. Подневой. Так, нефти не будем смотреть. Уфа не будем тоже смотреть. Кому интересно, может зайти в мой фликер посмотреть подробнее. Так, ну здесь распечатки у меня есть, которые я печатал. Ну вот, я про это рассказывал, приключения мои на Крал-Каю, где я ползал со штативом, спускался, потом обратно возвращался, чуть не помер. Ну, действительно, поездка была интересная, и 2020 год подарил мне, конечно, такое очень интересное путешествие. Многие люди помогали, и поездка бы не состоялась. Я нашел это место на Google картах, потом уже смотрел на Maps. Кстати, на Maps, кто пользуется, в принципе, тоже инструмент интересный для того, чтобы вас, может быть, кто-то заметил. У меня сейчас, я уже так особо не выкладываю, но у меня сейчас вот как-то последний год, там было там год назад, по-моему, 8 или 10 миллионов, сейчас уже 20 миллионов, по-моему, просмотров. И многие места, которые открывал, люди смотрят, изучают, потом туда едут, ищут. Я нашел ее с этой стороны, и мне очень понравилась вот эта скала, я хотел ее снять в большом разрешении. Без штатива это сделать невозможно было, поэтому взял с собой легкий штатив, сырую, про которую рассказывал. Но мне нужно было движение в кадре. Здесь человек с лодкой, он мне все время мешал. Мне пришлось залезть на камень, на большой сюда, и вот дождаться, пока сюда кто-то зайдет. И вот такой colored art я здесь сделал. На Сигму. Очень жарко было, больше 40 градусов. Вот эта версия у меня тоже, кстати, я его хочу сейчас сделать на печать. Ну, мне нравится то, что здесь я могу рассказывать о том, ну, во-первых, как разворачиваются события, что такое действительно интересный стрит. И это действительно рассказ, какая-то история. Ну, для меня история была в том, что здесь множественные отражения. Это снято в CD в очень жаркое время. Мне нужно было найти точку, где бы я не поместился в кадр, меня не было бы видно, но при этом отражение нижнее, вот этого нижнего стеклянного пола, отражение внутренности магазина, в котором тоже есть, видите, еще одно окно, и там отражение. Женщина, которая двигается в точках золотого сечения, про которых многие рассказывают, но ну, мне пришлось дождаться. Здесь женщина, которая нанесена на ткани, растянута в противоположной стороне. Здесь множественный отразит. Плюс вот эта лестница, которая внутри сама, да, и это все сложилось в одну палитру.
Ну и здесь еще, видите, вот надпись Пенса. Фотография, на самом деле, она, ну, по моему мнению, она еще просто пока не зашла, потому что я ее так особо не продвигал. Она у меня есть в нескольких версиях в ЧБ. Здесь она в сепии. Здесь она называется Bifurcation Point. Ну, может быть, заняться ей, хорошо сделать ее. И сделать какую-то напечать или сделать из нее, выставить ее на аукцион в OpenSea. Можно такой вариант. Ну что ж, друзья, я не буду вас утомлять большими длительными какими-то. На сегодня, я думаю, что мы уже зафиксировали то, что произошло с каналом. О планах я буду в дальнейшем рассказывать. Сейчас у меня будет небольшая пауза. За это время паузы вы сможете посмотреть те ролики, которые вам будут по тематике интересны, не только фотографии. Я сейчас обработаю всю статистику, которая у меня за месяц уже собралась, большая, чтобы понимать, что дальше делать с каналом. И дальше я думаю, что будет лучше. Я надеюсь, с вашей помощью. И всем желаю хорошего вечера, удачных снимков, хороших путешествий. Ну и заходите на канал, стримы среда по средам. Я теперь, наверное, скорее всего, буду делать другое время, более удобное. Это выходные дни. На телеграм-канале. Телеграм-канал пока бесплатный у меня, я его оставляю. И думаю, что какие-то конкретные вопросы проще всего общаться через телеграм. Телеграм точно так же в поиске можете набить F1 или Favionage. Найдете его в описании канала, там все есть. И ссылки на донаты, и телеграм-канал, и фликер, и твиттер. Твиттер, по-моему, сейчас у меня не работает. Но остальное все работает. Так что вот. Завис. Завис. Подзавис. Вроде я уменьшил, кстати, битрейт, все равно почему-то подзависит. Ну вот, don't quit, do it. Благодарю всех за комментарии. Надеюсь, что и дальше мы увидимся. Будем продвигать. Переключился не туда. Вот видите, уже не первый донат. Уже сумма другая. Мы приближаемся на пейзажи Южного полушария. Ну, те, кто хочет поддержать канал лайком, комментариями или внести свой вклад, я буду очень рад и обязательно что-нибудь придумаю для вас. На сегодня, наверное, это все. Готов уже отдыхать. Увидимся, друзья, на новых выпусках. Однолицего, кстати, вам напоследок включу сейчас. Что-то у меня не получилось его почему-то запустить. Я вас запущу его таким образом. Просто включу. Сейчас. Ну что же в итоге мы получили, друзья? Один безумец нанес асфальт на стекло, сделал что-то. Третий нанес соли серебра и получил третье. Еще один приклеил линзу вогнутую к выпуклой, получил другой результат. Ну,
Ну, в общем, вы поняли, о чем, да? Ну, а сегодня все это.